Russian Secret Service officer Alexander Litvinenko has asked for political asylum in Britain on arrival at Heathrow Airport. Я прошу вас, если что-то случится, я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом. Who did it? Люди, способные на все. Я понял, кто у власти в ФСБ, а тогда был Путин. В нашей стране спецслужбы фактически являются тайной политической организацией, которая использует острые формы и методы, тайные методы, не для противодействия иностранным разведкам и террористическим организациям, а для удержания власти определенной части. Rebellion. That's the word Sasha used to describe what he did in Russia. Бунт. Это был самый настоящий бунт. And as a Russian rebel, he knew that he was risking everything.